Воспитанник Тверской спортивной школы «Лидер» получил звание «Мастер спорта России по боксу». Это первое серьезное достижение за время существования школы. Об этом рассказывает наш корреспондент. Тренировки по два раза в день. Утром индивидуальные с тренером, вечером групповая с отработкой техник и тактических навыков боя. В перерывах обучение в Тверском государственном университете. Вот такой распорядок дня у 19-летнего спортсмена Евгения Фролова. Результат такой плодотворной работы не заставил себя долго ждать. Больше ответственности, наверное, в первую очередь на мне лежит. Теперь надо как бы этому статусу соответствовать. Мастер спорта России. А теперь выходить на бои, еще больше настраиваться придется, чтобы оправдывать это звание. По словам тренера Евгения, мастер спорта – это только первая ступень. Впереди большие планы. Мастерское звание действительно это достижение, но это всего лишь промежуточный этап, как, скажем так, точка отсчета. Это не предел. Евгений был в сборной по юниорам. Теперь хотелось бы попасть в основную сборную. Для молодого спортсмена сборная России даст возможность участвовать в международных соревнованиях и даже Олимпийских играх. Если посмотреть статистику, у нас с олимпийским чемпионом, чемпионом мира становятся люди от 20 до 25 лет. И стать мастером спорта, грубо говоря, 19-20 лет, это, я считаю, отправная точка, от которой начинается спорт высших достижений.